понедельник небо затянет облаками. 20 августа в Сарове пасмурно. Утром плюс 11, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Ночью возможны осадки плюс 16. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде пасмурно. Утром плюс 13, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24. Ночью небольшой дождь, плюс 17. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В столице в течение дня велика вероятность осадков. Утром плюс 15, днем до 24 градусов тепла. Ночью плюс 16. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.